ветер дует. Юго-восток самый неприятный. Обороты норма. Да, слетик такой, не дай бог. Мотор остановился. Оп. Как там говорили? С нами Бог, с нами Клаус. Думай о полете. Ой, о мой юный подаван. Ёпс тудей. Как страшно. Клаус лезет во все камеры, которые только может. Астрономчики наши. Ну и теперь мы уже все, настоящий боевой планер. Закручивай влево, давай, энергичненько. О, отличный бабл. Эгей, эгей. Ух ты, орел такой. Ты ж, бля. Иногда я даже думаю, что я летать разучился. То есть, Серега, молодец. Серега, тебе говорят, что ты отличный радист. Молодец. Летных видов спорта. Видите, какой скалашмаченный. Готовимся к полету. Серега и Клаус Ольман лежат под планером. Посмотрите, редкое зрелище. В песочке. Прямой эфир, однако, друзья. Все шатается, все так положено. Показываю вам наш борт. Готовый. Вот одна камера висит. Ну, скотч-дизайн, все как положено. Клаус и Серега вешают камеру еще одну. Движочек проверен. Так, сейчас мы опять сожгем фонарь. Фонарь уже горел, вот посмотрите, видите? Вот место, где горел фонарь. А Серега незнакомый. Незнакомый с этим правилом вешать чехол на фонарь сейчас. Взял его и не закрыл. У нас легкий кипиш. У нас, посмотрите, какая шикарная совершенно погода. И, ну, бомба реально. Кромка в больших горах сейчас больше 4 километров, 4200. Нам предложил мой великий учитель Клаус Ольман слетать вместе парой на экран, потестировать оборудование для съемки. Мы планируем снимать много хороших фильмов новых. Там, как правильно летать в Альпах, там, как летать по таким хребтам, по таким. Клаусу масса идей учителя. И он меня выбрал, вот сейчас я себя покажу. Он вот такого раздолба выбрал себе в операторе. То есть я буду на этом планере, будет установлено максимум фото-видео оборудования. И вот, кстати, в прямом эфире едут... Наконец-то к нам. Эй! You're welcome! Салют! Это Таурус привезли. Это легкий планер. Таурус, пипистрель. Ну и все. В общем, оживает аэродром, все. Опять у нас, видите, восстание машин. Вот ты хочешь взлететь на планере, да? Ты видишь погоду бомбу. Больше камер, тем все. Проблем. Видите, допустим, как вы думаете, зачем эта бутылочка? Вот, кто напишет. Будет интересно. Знаете ли вы, зачем пустая бутылочка на борту? Вот как Серега залезает. Оп! Красавчик. Погода, слушай, погода не просто огонь. Серег, ты грязный залез в планер. Ты валялся под планером. И ну, вот так придется вот. Пылесосить. Придется пылесосить. Будешь оставлен на второй год пылесосить. Вот видите, летит под именем Влада Сматуза. Это мой хороший друг, капитан Оптимизм, с которым мы на чемпионатах мира участвуем вместе от сборной Литвы. А вот это Игорь Волков, да. Питание на мотор готов? Готов. От винта. Прогреваем наш мотор. Сверло водитель, директор дубляж, пистолет. Наберем в динамике, нет смысла здесь кружить. Всем прекрасен планер, тем, что мы сейчас долетим бодренько до горы впереди. Гора называется Апотер. Мы на ней сейчас сможем подсосаться к динамическому восходящему потоку и набрать высоту. Запасной аэродром Аспермонт, он не очень удачен, потому что в центре его образуется болото. Вот там, где крест на полосах, мы туда приземляемся, когда там определенная погода. Ну и вообще так, дружим аэродромами. Серега плавно, но уверенно подходит горе Апотер. Зря он по касательной лезет, надо было, вот, чтобы ошибки не было, на вот эту особь соваться. Ну уже ладно, не буду я его за это ругать.
сейчас всего лишь набрали 300 метров высоты, пока с аэродрома пришли. Нам сейчас нужно быстренько попасть в динамический восходящий поток. Наборчик, вот, пошло как. О, видите, как нас поперло? Вот что значит энергия. Почему планеристы любят склоны? Потому что на них достаточно хорошо набирать. Спинка остывает, на данный момент 115 градусов, и я волшебный тумблер щелкаю. Оп, Серег, сейчас 90, сделай кратковременно, чтобы мотор остановился. Оп. Теперь опять 100 делай. Ага. Хорошо, сейчас тормоз выпущу. Оп. Я сейчас нажимаю на кнопочку убрать винт, убрать мотор. И он пошел. Оп. Все, встал в положение охлаждения. Ну и теперь мы уже все, стоящий боевой планер. Планируем его туда, видите, большие-большие облака, но еще оттуда километров на 100 дальше, в сторону Монблана. Сегодня, в принципе, погода на Монблан можно слетать, но Монблан Монбланом, учитель дороже. У него 63 рекорда мира. Очень много всевозможных достижений. Человек совершенно увлекающийся, и вот он просто не останавливается в своем вот этом поиске чего-то нового. И сейчас вот он собрался делать очень красивый фильм про Альпы. И я уже говорил, что мы будем бортом съемки видео, да, Серег? Да. Друзья, хотел вам про авианосец рассказать. Мой ученик Иван изобрел новое упражнение. Видите, вот здесь дорога такая. И когда дует южный ветер, здесь можно тренировать заход на посадку. Просто погоды было очень мало, не успели. Только изобрели упражнение, и сразу же погода кончилась. Но это кайфово. То есть выпускаешь воздушные тормоза, то есть рассчитываешь посадку как вот на авианосец. А мы это, я даже эту гору теперь... Серег, закручивай влево, давай, энергичненько. О, отличный бабл. Эгей! Вот, сошел пузырь. Вот наш учитель к нам подходит. Погода. А Поттер? А Поттер. Это Поттер. Окей. Altitude? 1.6. Окей, perfect. Ну, ждем Клауса. Серега, молодец. Серега, тебе говорят, что ты отличный радист. Молодец. Клаус переходит к нам, друзья. Сейчас он как раз под нас зайдет. И я надеюсь, что он уделает Серегу в потоке. Иначе... Будет обидно, да, Серег? Или ты не дашь ему уделать тебя в потоке? И сейчас начинается самое интересное соревнование. То есть вот пришел учитель, и он под тебя подстроится. Ты крути сам, да. Если вы будете учиться на планере, на параплане летать, рекомендую вам научиться летать правой и левой рукой одновременно. Одновременно. По очереди. Чтобы вы могли спокойно менять руку. Потому что, как это, устал правой, давай левой. Вот не целься, Серег, вот так, очень некультурно. Ты понимаешь, ты... Я понимаю, но... так вот, знаешь, даже мне страшно уже. Система предупреждения столкновений сработала сейчас, сказала, что опасная конфигурация. И она абсолютно права. Еще как опасная. Вот смотрите, как красавчик Клаус. Я специально сейчас выпал. Я, конечно, вам говорю, что я специально там выпал, чтобы Клаус нас догнал там. Вот. Понимаете, что... О, все. Клаус на переход. Сейчас мы его догоним. Оп. Сейчас работают все камеры. Скажу, да. На этой горе, на Пик-де-Бюре, у нас живут астрономы. Ты бы чуть-чуть правее взял, поток справа, Сереж. Вот эти летающие тарелочки, посмотрите слева. Обсерватория наша. Друзья мои, мы набираем на Пик-де-Бюре первые кадры с нашей камеры замечательной GoPro 9. Я надеюсь, что она будет нам служить верой и правдой. Эй! Вроде как даже фонарь не бликует. Сейчас я вам себя покажу. О! Видите, вашу папу, маму и тут и там показывают. Посмотрите, вот как выглядит стрим в прямом эфире. Друзья, посмотрите, как выглядит камера, которая снимает сейчас тоже в прямом эфире. Видите, а Серега летает, набирает высоту, а я, видите, занят кучей полезных дел. Хоть опять на какое-то короткое время связь появилась. И мы заканчиваем набор. Здесь кромка еще выше. Наша текущая высота почти 2800 метров. И нам осталось чуть-чуть добрать до кромки. Вот, посмотрите, это астрономчики наши. И наш план, я так понимаю, что на экран куда-то дунуть. Куда Клаус хочет. Пока не знаю. Я сегодня за оператора видеосъемки. Летит Серега. Сейчас я вам покажу Серегу. Серега, посмотри налево. Так, подожди. Видите, привет. Видите, он злой.
занятый, он сконцентрирован. Правей возьми, ты облако не цепляешь, посмотри наверх. Так он клав вправе. Ну, ох ты ж, блин, да. Клаву справа, ёпс тудей. Как страшно. Клаус лезет во все камеры, которые только может. Ой. Еще сейчас у другого. О, друзья, у нас сегодня чуть левее теперь. Капельку. Вот, Клаус пролетает под нами. Вот, и мы где-то здесь сейчас возьми левее, сейчас поточек, может быть, станем. Здесь на вот эти вот ребро, еще левее, еще на 10 градусов. Да, вот таким курсом. Вот здесь сейчас будет мощный поток. Возможно, будет иметь смысл закрутить. Закрутить влево, потому что левая камера в этом случае может цеплять Клауса на траверсе, да? Итак, друзья, мы летим с моим учителем Клаусом Ольманом. Пилотирует Серега. Как выглядит на экране наше бесчинство? Вот оно. Двигаемся, двигаемся. Оп, помедленнее. И будем влево закручивать. Вправо. Ну, хочешь. Ну все, закрыл по 4, да, и закручивай. Отличный поток, шикарный поток, Серега. Вот так. И вот сейчас на скорости 100 желательно. Прям закручивай. Отлично, Клаус ниже, я его снимаю. Погода сегодня совершенно потрясающая. Что, должны наделать концерт огонь, да, Серега? Да. Концерт огонь! Эгегей! Эгегей! Вот как выглядит на экранчике, как летает наш Клаус с нами вместе. Клауса я это не вижу. Послушай, он висит у тебя на хвосте, не переживай. Ты главное сконцентрируйся на наборе. Нам надо набрать и валить дальше. Убирай крен. А, куда? Вот прямо по курсу. Вот таким курсом, давай. Да. Супер. Мы пошли на переход. Немножко левее, наверное, да? Ну, может, да, чуть-чуть левее, вот как вспышечки облаков идут, по этим вспышечкам можешь и двигаться. Вспышечки – это значит энергия, это что-то вытащило достаточно. А, что-то вытащило, учти, что ветер южный, тебя к вспышке с южной стороны убирай крен. Вот так нормально. И ты на нее не сильно рассчитывай, ты просто должен понимать, что там, где вспышка, там не будет больших минусов. Ну, то есть, в общем-то, основное. Прилетай мимо одного облачка, ну, а ты вот что-то вынесло туда. Дальше там второе. Как зенит погода в Альпах. Вы только посмотрите, какая красота. Справа у нас ГАП. Видно в центре кадра озеро Серпальсон сейчас. За нами гонится Клаус. Видите, все время красным у нас фларм горит. 33 метра разницы между нами. Он там лезет под камеры все, которые только работают. Прямо по курсу большие горы. И мы на них сейчас будем там набирать высоту и пойдем пошатаемся по всем красивым окрестностям. Так что предстоит, друзья, совершенно замечательный полет. Он немножко сумбурно начался, потому что я, к сожалению, ну, к счастью, вел прямой эфир. Это тоже было прикольно. И первые наборы вы можете в прямом эфире посмотреть, как это было. Там просто длинно, безмонтажно. Ну, вдруг, если кому-то интересно, там все это есть. Ссылочку я где-нибудь в видео воткнул. А сейчас мы летим где-то вот. На планере бывает время какое-то, такие длинные переходы, когда делать особо нечего. Ну, ты, конечно, планируешь, что делать, перспективы, планы, вот облако впереди, например. Надо думать, с какой стороны к нему подойти. Вот Серега, например, думает или не думает, я не знаю. Но он, я думаю, на хребет целится, он, в общем-то, прав. Слева вот эта вся красота, это заповедник Экранс. Мы, я думаю, что сейчас здесь наберем, как-то по экрану промчимся вместе с Клаусом. Где-то впереди. Ты видишь Клауса? Видишь его? Нет. Right, да, справа вот он нас обогнал, это Клаус был, да. А, это Клаус? Да, дай ручку. Скажи, да, что догоняем, мы сзади. Окей, мы following you, it's you. Видишь его прямо? Да, по курсу? Прямо, ага. 180 разогнался. Держи ручку. Я закрыл его, переставлю. И догоняю его. А он прав, на самом деле, лучше на ту горку лететь. Мы решили к этой, но правильно туда. Там бриз от озера Серпантон создает значительно более качественные условия для полета. Погода сильная, Клаус поэтому и спарит. О, параплайерист, вот.
Параплана вижу. Учитель впереди, мы у него на хвосте, как положено, чуть-чуть ниже, все как учили. Вот, за Клаусом идем. Сейчас я чуть-чуть сброшу скорость. Сбрасываем. Красиво. Если что, я нырну ниже. Красавчик. Ну, мы тоже подворачиваем, сбрасываем скорость немножко. Так, закрыла на четверку? Да, на четверочке закрыла. Ну и вот так вот за Клаусиком двигаемся совершенно волшебным образом. Да, Серега? Ага. Я чуть больше скорости взял. Ну вот мне даже снизу удобнее. Потому что, видишь, какой он эффективнее нас. Ну, надо отдать должное Авантарес, это и качество, в общем-то, несколько побольше. Ну и он к склону немножечко поближе. Вот сейчас здесь я сброшу скорость. О, хороший поточек. Съели эту плюшечку. Ну, дальше двигаемся. За учителем. Слушай, хвостовая камера должна сейчас снимать классно. Да. Прям далековато, как-то... он далековато для хвостовой. Далековато. Ну, я понимаю, но я сейчас догоню его. О, он на лиси пошел. Ну, друзья, смотрите. Клаус не стал тут ничего ждать, просто пошел за лиси. На лиси мы тоже разогнались. Закрыл их на тройку. Значит, даже на двойку можно. Ага. Сейчас мы догоним Клауса. Сейчас мы приплывем на лиси. На лиси уже наберем по полной программе, я думаю. Отлично. Контент огонь. Перед ним его зайти и сделать такую свечку. Смотрите, друзья. Та-т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 а. Красота. Справа, друзья, озеро Серпансон. Там такой, видите, мост красивый. И потом озеро заканчивается, есть такая осыпь. Вот там на осыпи есть единственная площадка, на которой можно приземлиться планеру в районе. Такое интересное место, которое... Параплан слева. Да, параплан слева вижу. Очень интересное место, которое всем нужно желательно знать. Посматриваю так по сторонам внимательно, потому что, конечно, парапланеристов много должно быть сейчас. Погода-то бомба. Закрыл 4. Угу. Ой, какой кайф. А Клаус это дело пропустил. Ну, мы, что называется, ведомые. Нам делать особо нечего. Вот, друзья, видите, то есть я, допустим, может быть, остановился бы на наборе вот здесь. Но с учителем, мы с учителем летим, поэтому нефиг тут умничать в другом месте будем. И он знает, что здесь на Люси стоит самый сильный поток. Видите, он закрутил его. Да, и мы подходим. Оп, вот он справа. И мы закрутили тоже. Ну, может быть, не так, как хотелось, мы закрутили. И не совсем мы в ядро попали, вписались. Надо протянуть. Вот сюда, я думаю, что я протянул. Чуть вперед. И вот сейчас мне наш набор нравится значительно больше. Серега не любит левую спираль, поэтому приходится крутить правой. Что ты смеешься? Я тренируюсь левую. Ну вот с классом не могу пока что, когда он правый начинает крутить. Он понял, что я люблю только правую. Ну, я надеюсь, что понял, да. Вот мне интересно, почему мы первый поток все-таки пропустили. Мне кажется, он был такой повеселее. Давай попробуем.
Нет, попробуем просто рядом с Луси пройти. Я вообще эту гору очень люблю. Восьмерочку попробуем. Оп. As I think a little bit more to the west, the lift was very good, so we can go there. Here, very good to come up. Okay. Да, здесь отлично, да. Набрали мы сейчас высоту 3000 метров. Сейчас еще немножко доберем. И пойдем бродить по красивым нашим Альпам. Очень все красиво сейчас, очень хорошо. Серега пилотирует. Конь-огонь. Этот поток, вот мы мимо него елозим. Еще. Убери крен совсем. Так, вот еще. Вот. Сейчас закручиваем влево. Ну, что-то так вот гуляет, зараза. Вот. И сейчас поуже. Ручку чуть на себя, чуть больше крен. Ну, скользит, да. Бывает. Итак, друзья, буду очень коротко писать. Двигаемся по маршруту. Камера осталась очень на мало, потому что батарейку высадили. Думали, что будет от пауэрбанка заряжаться. Нифига она от пауэрбанка не заряжается. Будем давать самые красивые ракурсы. Сейчас мы от системы уже экранца и планируем дальше на север пойти. Если что, буду писать с телефона. Клаус красиво летит, красиво повернул. Отличный кадр. Prepare a little bit more right, okay? Ага. Окей. Окей. И давай за Клаусом. Телефон на видео. Друзья, у нас наконец-то села камера GoPro хваленая 9. У нас одна батарейка, Powerbank, думали, что будет заряжаться, не заряжается. Поэтому дальнейшие съемки на телефон верный iPhone 11 Pro. Мы летим за Клаусом Вольманом, за моим учителем. К сожалению, сейчас будет много засветок на фонаре, бликов. GoPro 9 вроде как у нас теперь с фильтром. Даже можете полюбоваться, каким красивым. Вот он какой. О, все такое волшебное. Спасибо огромное зрителям канала и подписчикам, и спонсорам всем за то, что так вот замечательно обзавелись мы новой камерой. Все деньги от рекламы и спонсоров пошли на новую камеру. Контент будет огонь, обещаем, да, Серега? Да. А Серега сейчас гонится за Клаусом Ольманом. Клаус Ольман на фронте. Мы перескочили уже вот где-то далеко прямо по курсу. Будет город Бриансон. А с правой стороны у нас аэродром Сан-Крепан, да. Можно было бы на него приземлиться, если бы мы сильно захотели. Погода бомба. GoPro мы оставляем для самых лучших кадров. Там осталось еще 27% батарейки. Ну а так с телефона, кстати, мне даже больше снимать нравится. Я прекрасно вижу картинку, которую снимаю. Чуть-чуть, может быть, не хватает стабилизации. Я сейчас буду двумя руками телефон держать. А Серега вот гонится за Клаусом. Что еще здесь интересного у нас сейчас? С левой стороны проплывают скалы. Красиво. По погоде видно, что в принципе погода, можно и на Монблан сегодня было бы слетать. В общем-то над Большими Альпами все прям зашибись. Зона конвергенции присутствует на границе с Италией. Видно, там облачность двойная. Высокая и низкая. В общем, такой, наверное, реально первый в этом сезоне бомбовый день в Больших Альпах. Я сегодня, друзья, на камеру. Снимаю контент огонь. О, смотрите, вот он, Клаус. Давай, закручивай влево. Дай-ка ручечку чуть энергичней, чтобы Клауса искать. Да ладно тебе. Ага, ну, правильно, чем два таких лоха, как мы с тобой. Как мы промазали ты мимо потока, ты видел, Серега? Какой полный позор. Ну, Клаус, правда, тоже промазал, похоже. Ну, здесь, видишь, не очень. Ну, да. Ну, он попробовал, я думаю, что он дальше немножко пройдет. Держи. О, дай-ка я пока он протянул вперед, перестроился в правую спираль. Ну, точнее, не перестроился, а просто пробует делать такой зигзаг классический, вот это вот, да, как можно делать чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. С левой стороны где-то поток сходит, наверное. Значит, ключевой момент, наверное. Отлично идем, совершенно шикарно.
Вот это классический, друзья, вариант полет за ведущий ведомый. Мы сейчас ниже Клауса, метров на 50. Вот. И это прям правильно. Повторяем его маневры. Нам особо думать не надо. Вот учитель ведет нас, и мы за ним. И все. И только анализируем, почему он, например, это сделал, почему то. То есть учиться нужно не просто там в режиме «Ой, я лечу», а еще и почему. А я думаю, что план прямо по курсу «Прекрасное облако» над скалами. Я думаю, что мы туда дотянем. Там придется немножко динамики, конечно, поёрзать. Ну, потом выпадем и попрёмся дальше. Клаус встал в спираль. Мы тоже. Мы немножко промазали сейчас на первой спиральке. Но сейчас подтянемся, подправимся, я думаю. Да, Серег? Да. Вот сейчас надо протянуть чуть-чуть. Бери крен сейчас кратковременно. И закручивай. Мне кажется, тут будет самая вкусняшка. Клаус чуть в другом месте. Сейчас посмотрим, кто круче. Дай-ка ручку. Ну, по идее, мы должны сейчас... Вот он к нам протягивает, видишь? Ага. У нас ядро. Ну, такой странный ядерный поток, я бы так сказал. Сейчас посмотрим, как тут лучше. Ну, неплохо. А мы, друзья, плавненько приближаемся к кромке облаков. Высота 3000 метров. Поток я продуплил. Клаус набирает лучше. Это я как-то так выпал из потока неудачно прям. Я буду валить все на Серегу, что Серега летает, а не я. Ну да. Конечно, скажу. Ну как? Конечно, Серега. Конечно, какой Волков? Нет. Только не Волков. Серега. Серега не может поток обкрутить. Он такой сегодня. Это не я. И все ведь поверят, вы знаете. Разве могут мне не поверить? А на самом деле я лошара. Накосячил, выпал из потока, учитель ждет и думает: ну, Игорь, я же тебя учил, я же тебе показывал, как правильно центрировать потоки. О чем ты думаешь? О видеосъемке, о блогерстве своем. Думай о полете, думай о полете. Ой, о мой юный подаван. Вот так, друзья, надо. Юный подаван сейчас чуть-чуть думает и, я надеюсь, отстанет меня. Не мешай ему. На тебе ручку, летай сам. Чего ты пристал? Я тебе отдал ручку. Все, видите, я бросил ручку, пусть Серега летает. И вот теперь точно он виноват во всем. Видите, теперь точно не я. Не я, а он. Съемка идет у нас на 11 iPhone, потому что наша верная GoPro новая 9 практически разрезана. Я решил оставить кадры с нее на какое-нибудь великое событие. О, планер еще один построился под нас. Клаус нам скажет continue или ждет, пока мы наберем. Ну, будем набирать пока, ладно. Итак, друзья, мы пошли на переход, набрали достаточно высоты. Зачем ты так подворачиваешь? Хочу поснимать. Ну, тогда разгонись, он тебя обгоняет. Если ты хочешь за ним угнаться, разгоняйся. Обдогонишь, а потом ручку на себя возьмешь. Это будет нормально. Да, вот так хорошо. Следующий переход у нас, друзья. Вот, по центру кадра у вас город Бриансон. Ну, мы сейчас над ним полетаем, пойдем дальше. Сегодня, я так понимаю, мы сейчас в Куршавель какой-нибудь слетаем. Судя по всему. Вот так красиво. Вперед, Серега! Клаус парит, как там. Ну, правильно, он задает скорость, потому что он... Посмотрел, как мы летаем 140, позорно. Вот и показывает, что в такую погоду сильную, какие там 140? 200 не думать. Не дергает это мелкое. Видишь, на Клаус ориентирую. Если он прыгнет, прыгай. А так, вот зря ты сейчас прыгнул. Он прыгнул. Прыгнул, а ты от него на каком удалении? 100 метров. Я тебя... хочу. Да. Так ты как раз и придешь в зону подъема. Так мы доращиваем минуса, которые... Ты обрабатываешь минус перед потоком. Задержи на секунду и дернешь в нужное время. Это классическая ошибка, когда ты повторяешь движение ведомого. Ну дай поворчать вообще. Дай-ка ручечку, я покажу как. Давай. Смотри, так. Поворачивай справа. Да, смотри только, чтобы... Ну правильно, потому что здесь поток. Вот он, видишь, поток, свечка. Так, закрыл.
Переставить? Ну, Клаус-то здесь Севилью знает. Он какой-то поточек взял. Ну, как бы я... Мы нет. Я не очень понимаю, что он здесь взял. Где мы промазали, скажем так. Ну, видишь, век живи, век учись. А, вот оно, ядро где было. Видишь, мы чуть-чуть мазанули. И сразу значительно ниже Клауса. Посмотри, там что-то знает. Нигде. Вижу, да. Они все влево. Ну, Клаус, видишь, разрешаю тебе крутить вправо. И мы крутим вправо с тобой. Вон, Клаус. Я тебе поуже спирально 90 делаю, чтобы хоть чуть-чуть оправдать, набрать немножко до учителя, а то... Приземлился, он скажет, не, парни, я с вами не летаю. Вы поток набирать не умеете. Да не, нормально. Сейчас более не сравнялись мы с скороподъемностью. У нас первая спираль с тобой кривая была. Мы, конечно, промазали мимо кассы первую спираль. Но сейчас вроде так неплохо. 2,5 метра в секунду. Как говорится, not so bad. Видишь? Держи ручку. Нет, не хочешь? Нет. Чтобы я тебя не обвинил в том, что выпал из потока ты. А если я выпаду? Представляешь, как мне обидно будет? Я сейчас выпаду из потока. Ну, можешь обидеть меня. То есть, если что, я могу сказать, да, что это ты летишь, да? Да. Друзья, это Серега летит. Ручку я держу, а сидит и тон. Я его, можно сказать, слушаюсь. Так, педальку, педальку больше. Угу. Чего у тебя внутреннее скольжение-то, а? Это очень опасно. Так, пошел в жопу. Этих советчиков тут... У нас фонарь потеть начинает. Так. Через фонарь все сложнее и сложнее. Ух ты, орел ты ж, бля! Разошлись чудом, да, жирная птичка, да. Не знаю, может, какая-нибудь камера сняла? Кто там, Клаус сзади нас? Клаус сверху. А это кто сзади нас пристроился? Какой вражеский аппарат нам? Смотри, орел. Где орел? Показывает, орла. Вот, ну, такой наглый, причем он вообще ничего не боится, смотри-ка. А он еще планер, видишь? Он на нас работает. Угу. Вот над нами планер, видишь? Вижу. Что он делает? Не знаю, летит. Трафик такой значительный у нас. В Южных Альпах сегодня. О, я орел. Орелище такой. Жирненький, хорошенький такой. Сейчас главное Клауса не потерять. А ты видишь, сколько народу. Mm-hmm. И птица какая-то дурацкая. Ну что, попробуем дальше пойти. Где там Клаус? Окей, Игорь, we continue. I'm in front of you. Угу. Окей. Клаус, вот этот голос. Игорь, you can we continue. Серег, ты видишь его? Вижу, да. Это прям... Это, друзья, бери ручку, короче, я буду трындеть. За ним. Сейчас, сейчас едай энергию, и потом будешь разгоняться. Угу. Клауса видишь? А, впереди. Хорошо, сейчас начинай. Вот, 150 у тебя отлично. И потом смотри, если ты будешь отставать, можешь сюда загнаться немножко. Он идет на город Бриансон. Летим мы, друзья, на город Бриансон сейчас. Впереди нас Клаус Ольман, а мы сзади. Снимаем контент-огонь. Да, Серега? Наш новый девиз. Контент-огонь. Да? Погода бомба. Не, вот так. Погода бомба. Контент-огонь. Эй! Ого! Эй! Классный день. Вообще потрясающая погода. Вот Монблан на траверзе виден. Кстати, вот эта гора далеко. Это и Монблан. Да, сегодня, кстати, до Монблана-то можно было бы, наверное. Практически в его сторону еще вспышки есть. А может, мы туда еще сюда идем, посмотрим. Не знаю, как там, какие планы у Клауса. Мы сегодня ведомые. Так что Клаус на Монблан, мы на Монблан. Мы на Монблан. И Клаус на Монблан. Выключаюсь, буду экономить батарейку. Впереди граница Италии и Франции. Эгегей, Серега! Эгегей, Иван! Какой грязный в Италии воздух. С нами Клаус! Ты целься ему постоянно в хвост. Свечка вверх. О!
Слыши, Битлз, крутим поток. Ты что там ручкой дрочишь? Ну, она тут откручена. Так, а тебе выгодно выплеснуть всю энергию в, вот в этом вот шикардосном потоке. Посмотри, как кайфово. А ты говоришь, не потеряешь поток, не потеряешь. Видишь, с первого раза потерял, с первой спирали. Сколько у нас-то высота? 3700. 3700, ну пока без кислорода еще. Где водопады? Да, вот здесь водопады. С левой стороны где-то там куршевель. Мы вообще ничего не боимся. У нас есть пиво, но дома. Возвращаться. Да, придется возвращаться. Наш учитель продолжает смелое движение в сторону Монблана. Я на самом деле тоже чуть-чуть очкую. Так долго без потоков. Достаточно низко. И надо как-то уже думать о том, как набрать высоту. Как там говорили? С нами Бог! С нами Клаус! Великий учитель Клаус Ольман.